Перспективы врачебного самоуправления рассмотрели участники научной конференции, прошедшей в экспоцентре. Сам форум с работой 20 круглых столов приурочен к 30-летию областной ассоциации врачей. А главными вопросами обсуждения стали дефицит кадров, правовые аспекты и страхование профессиональной ответственности медиков. Отдельно рассмотрят проблемы развития независимой медэкспертизы и сложности системы обязательного медицинского страхования. Я абсолютно уверен, что мы вместе с вами найдем решения, которые бы были направлены и на защиту интересов ваших коллег, и на укрепление авторитета и доброго отношения со стороны жителей Новосибирской области ко всем вашим коллегам.